Так, ну что там с моим каналом? Давай-ка посмотрю. Так, стоп, там какой-то комментарий. Это задание! Ура! Наконец-то задание от подписчиков! Четвертая часть! Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Артур. Это мое новое видео по чеканалу и Дайбер. Это задание от подписчиков, четвертая часть. Ну что ж, ребята, что я вам хочу сказать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вы сможете найти себе новых друзей. И также подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк на это видео за 3 секунды. Раз, два, три. Ну, кто успел, тот молодец, а кто не успел, делает это сейчас, и вы тоже станете молодцом. Ну ладно, ребят, погнали читать это задание. Привет, Артур, вот задание для видео Chicken Gun. Но если увидишь какой-то там цвет, то ты проиграл. Но цвет выбери сам. Второе задание. Ты должен просто поиграть, но с мимами. Ну, например, тебя застрелили, тот же ставить звук, а меня снайпер в полете. Не своим голосом, на этом все. Ну, надеюсь, за второе задание это видео не запали за авторские права. Ладно. Ну что ж, погнали! Ну что ж, давайте выберем мой любимый красный цвет. И погнали, Chicken Gun, но если я увижу красный цвет, я умру. Давайте, как всегда, выберем наш любимый режим играть. И если что, ники, они не считаются. Они не считаются. Потому что ники. И вон еще шляпа, вот эта вот туха, она тоже не считается. Так, давайте аккуратно, аккуратно. Стоп! Это красный цветок! Да вы издеваетесь! Ладно, погнали к следующему заданию. Nice. О, повезло, повезло. Повезло, повезло. О, привет! О, повезло, повезло. Ну что ж, ребят, вот такой вот получился очень крутой ролик. С вами я был, Артуэн. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!